Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала. Сегодня будем готовить с вами простецкую закусочку, которая подойдет для хорошего вечера со стаканчиком пива. Сегодня приготовим гренки с чесноком и сыром. Но обо всем по порядку, так что поехали. Для этого мы возьмем половинку черного хлеба, 5 зубчиков чеснока и 30 грамм сыра. Друзья, начнем с хлеба. Хлебушек режем в средние куски. Будем нарезать брусочки. Вот такие, сейчас покажу как. Вот обычные брусочки. Вот такие. Вот просто брусок. Вот. Ничего усложнять мы себе не будем. Будем делать в домашнем стиле. Очень хорошо прийти после работы, взять бутылочку холодного пива, сделать 5-минутные гренки и просто расслабиться перед телевизором. Пускаем наши гренки. Огонь мы чуть-чуть убавим, сильно делать не надо. Сделаем средний огонь. Заранее мы подготовили тару с салфетками, чтобы скинуть то наши гренки, чтобы в них не было так много масла. Все кладу. Все. Промочили мы в салфетках, оттуда убрали лишний жир. Что мы делаем дальше? Теперь мы поперчим. Немного их посолим. Натрем тот чеснок. Побольше, по аромату, чтобы запах был повкуснее. Вот так вот. Все, добавили чесночок, посолили, поперчили. Выкладываем на тарелку. Кучно. Красиво. И сверху засыпаем сырком. Обильненько. Все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Рецепт напишу в описании. Всем приятного аппетита! Do you want to know?